Ребята, всех с 8 марта! От всей лохматой души! Нормально! Маленькая хозяйка большого приюта. Это рыся. И хозяйкой она стала сразу. Хозяйкой сердца, хозяйкой души, хозяйкой внимания. Собака, которая пережила ужас и которая, вопреки всему, выжила. Рыся лежала возле тоненькой-тоненькой струйки воды, и это чудо спасло ей жизнь. Она могла лакать воду. Вы только представьте, сколько сил понадобилось собаке с переломанным позвоночником, чтобы доползти, добраться до этого оврага, укрыться от боли, от страха, от ужаса. А еще рыся очень долго ненавидела женщин. И я могу только предполагать, почему собака оказалась искалечена. Можно сказать, что это машина. Но почему-то мне все больше кажется, что ее ударила женщина. Но рыся, особенно в первое время, скалилась именно на женщин и подпускала к себе мужчин. Мы спустились во враг в поисках малышей. Тогда мы еще только-только начинали чувствовать себя зоозащитниками. Когда мы увидели лежащую собаку, которая просто пыталась отползти, скалясь на нас. Даже сначала не поняли, что травма у нее давнишняя. Давняя. И что все уже почти срослось. Она сначала отползала, а потом, не знаю каким усилием, она просто встала и стояла, раскачиваясь на перепутанных крест-накрест лапах, задних лапах. И пока мы рассматривали друг друга, из кустов вынырнул кобель, у которого в зубах была половина какой-то лепешки. Он приблизился к рысе и положил эту лепешку к ее ногам. Мы вызвали врачей. Мальчишка убежал. Мы не смогли его найти. А рысю наркозили и забрали. Так в лохматой душе появилась рыся. Привыкала она к нам приблизительно 3-4 месяца. Я имею в виду, что она наконец-то перестала скалиться и дала себя погладить. Я не знаю, в каком возрасте рысю искалечили. Я не знаю, сколько сейчас ей лет. Мы приблизительно даем ей лет 8. Когда приют переехал из Липецкой области в Чехов, рысю почему-то никто не захотел отправлять в вольер. Она сразу начала ходить за рабочими. Она прямым ходом подошла к ступенькам бытовки. И, оглядываясь на нас, помахивала хвостом. Типа, ну что вы смотрите, поднимайте, я домой пришла. И мы ее занесли в бытовку. Рыся обрела свой дом. Рыся обрела свое место. И вот уже 3 года, как она живет с нами на новом месте. Как только кто-то приезжает, открывают ворота. Она обязательно выходит на крыльцо и смотрит. И не знаем, как она выбирает себе благосклонность или как она оказывает свою благосклонность. Но некоторых людей она просто спускается по ступенькам или начинает быстренько топать передними лапами и поскуливать. Это означает, что она просит, чтобы ее сняли с крыльца. И ребята рабочие, конечно, по очереди, то один, то другой, берут ее на ручки и опускают на землю. А дальше она, как на ходулях, бежит встречать того человека, которого она почему-то отметила и рада видеть. Точно так же, когда она замерзает или она нагулялась, она подходит к крыльцу и стучит лапами
Но недавно рысь стала подниматься на ступенечки сама. Это удивительно. Еще полгода назад она этого не умела делать. Но свежий воздух, отличное отношение. И собака, даже старея, обретает немножечко каплю здоровья. Она стала сильнее. Она ходит сама. Она может пройти уже половину приюта вдаль. Как маленькая хозяюшка, она подходит к вольерам, обнюхивает собак. И важно, идет дальше. Знаете, как старушка с клюкой. Она не реагирует ни на лай, ни на что. Что вы? Она выше всего этого. Она просто осматривает свои владения. Рыся. Чудесная, замечательная собака. Сейчас, когда она поверила в людей, она, наверное, на своем месте. Раньше мы все время думали, когда же она найдет семью, кто же ее возьмет. А сейчас мне кажется, что она дома. Она любимая, она в тепле, ее защищают, ее гладят, ее вычесывают, ее на руках носят. И хозяин у нее не один, а много. Многие волонтеры, кто приезжает в приют, тоже ее любят. Приезжая в лохматую душу, вас встречаю не я. Вас встречает рыся, маленькая хозяйка большого приюта бездомных животных.